вопрос на засыпку. А кто брал ключ на вахте? Ну, если у меня его нет, методом исключения приходим к выводу, что ключ у тебя. Я понимаю, что у меня. А где у меня? Ну, опять же, согласно моей теории всеобщей сингулярности, он лежит в заднем кармане твоих брюк. О, видишь, я же говорил. Извините. Иногда синдром забывчивости сигнализирует о легких склеротических изменениях в лобном сегменте головного мозга. А синдром болтливости говорит о том, что у кого-то длительная половая дисфункция. Слушайте, что, почему вы так вот здесь вот ходите туда-сюда, как будто меня здесь нет, а? Я, между прочим, серьезным делом занят. Простите, вот здесь бифуркация, а вот здесь интроверт. А здесь приближенное значение функции – это экстраполяция. Здесь чихуахуа, здесь престидижитатор. А вот здесь калипсо, вот здесь аркан, а вот это новохудоносор. Сэр. Умный, да? Умный, да? Зачем тогда человеку совсем чистый кроссворд портить, а? Слушай, иди куда шли!